Приветствую тебя на канале «Правильный выбор». Сегодня я поделюсь своими впечатлениями от использования сушильной машины Westfrost. Я расскажу тебе о всех ее особенностях и функциях, чтобы ты смог сделать информированный выбор. Первое, что бросается в глаза при взгляде на сушильную машину Westfrost, это ее стильный европейский дизайн. Устройство выполнено в классическом белом цвете, который легко впишется в любой интерьер. Особенностью этой модели является ионизация и наличие светодиодного сенсорного дисплея, который делает управление машиной интуитивно понятным и современным. Установка этой сушильной машины очень удобна. Она может быть как отдельно стоящей, так и интегрированной в колонну со стиральной машиной, благодаря специальному соединительному элементу KIT. Это делает ее идеальным решением для различных бытовых условий. Важным аспектом является также индикация этапа сушки и потребления электроэнергии. Так ты всегда будешь в курсе, на каком этапе находится процесс сушки и сколько электроэнергии при этом используется. Еще одна полезная функция – полка для сушки обуви. Это делает машину еще более универсальной и практичной в использовании. Не забудь заглянуть в описание под нашим видео. Там я оставил ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе приобрести эту сушильную машину с максимальной выгодой. Особенности этой сушильной машины Westfrost действительно заслуживают внимания. Барабан с загрузкой 8 кг изготовлен из нержавеющей стали и оснащен подсветкой, что делает процесс загрузки и выгрузки белья более удобным, особенно в условиях плохого освещения. Одна из ключевых характеристик – конденсационный тип сушки с тепловым насосом. Это не только эффективно, но и экономично. Снижается общее потребление энергии. Особенно важно, что барабан вращается как по часовой, так и против часовой стрелки. Это помогает равномерно высушить одежду и предотвращает повреждение ткани. Уход за этой машиной довольно прост. Необходимо регулярно очищать бак с конденсатом и прочищать фильтр для ворса. Если подключить машину к канализации, уход еще более упрощается. Интересной функцией является освежение вентиляцией. Это позволяет избежать неприятных запахов, проветривая вещи без подачи горячего воздуха. Среди других полезных функций – отсрочка пуска, отмена звукового сигнала, антисминание, деликатная сушка, защита от детей и выбор частоты вращения барабана. Эти опции делают использование сушильной машины еще более удобным и адаптированным под разные потребности. Проанализировав отзывы пользователей о сушильной машине Westfrost, я выделил несколько ключевых моментов, как позитивных, так и негативных. Начнем с негативных аспектов. Машина может быть довольно шумной при работе. Пыль от одежды иногда попадает на радиатор. Теперь о положительных сторонах. Легко вписывается в любой интерьер. Интуитивно понятный интерфейс и эргономичный дизайн. Можно высушить много белья за один раз. Датчик влажности. Деликатная сушка для бережного ухода за вещами. В комплекте идет полка для сушки обуви. Белье после сушки остается как новое. Энергоэффективность. Машина не греет воздух в помещении. Эти отзывы дают хорошее представление о достоинствах и недостатках сушильной машины, помогая сделать взвешенный выбор. В завершении хочу напомнить, что все подробные характеристики сушильной машины Westfrost, а также информацию о местах, где ее можно приобрести по выгодной цене, я оставлю в описании под этим видео. Там же ты найдешь скидочный промокод, который сделает твою покупку еще более выгодной. Твоя обратная связь очень важна для меня, поэтому поддерживай канал лайками и оставляй свои комментарии. Это помогает мне понимать, что тебе интересно, и делать контент еще лучше. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Жду тебя в следующих видео на канале «Правильный выбор». До скорой встречи!